Родители вместо воспитателей сегодня провели занятия в 177-м детсаде Тюмени. Это пример того, как в дошкольных учреждениях внедряют новые образовательные стандарты. Они действуют в садиках с прошлого года, и согласно им, мамы и папы должны принимать более активное участие в учебном процессе ребенка вне дома. Во всех детсадах Тюмени теперь их привлекают для ведения занятий. Так, очередное по физкультуре родители посвятили военной тематике. Его план разрабатывали совместно с педагогами. Подобные уроки практикуют дважды в месяц, однако пока немногие родители проявляют активность. У меня ребенок в этой группе занимается, да. Присутствие папы, меня, то есть, да, очень хорошо влияет на его подготовленность. Он, наоборот, желает показать еще больший результат, победить.